Наша компания была основана в 1919 году моим дедом Марио Буччелати. Он был первым итальянским ювелиром, который открыл бутик в США. Сначала в Нью-Йорке в 1952, а затем в Пальм-Бич. Мы одни из первых открыли бутики в Японии, а также в Гонконге. Это произошло в 70-х. Мы всегда были международной компанией, клиенты которой – люди высшего класса. В следующем году нашей компании исполняется уже 100 лет. Сущность нашего бренда заключается в методе производства и уникальности техник. Некоторые техники берут свое начало во времена эпохи Возрождения. Мы используем инструменты, которыми пользовались мастера Ренессанса. Речь идет о вещах с огромной историей, которые мы продолжаем использовать для создания уникальных работ. Благодаря им мы известны по всему миру. Ювелирный дом Буччелати славится своей гравировкой. Наши ювелирные изделия никогда не покидают мастерскую слишком отполированными. Они всегда выгравированы. Это позволяет добиться более шелковистого и мягкого эффекта фактуры, нежели в случае с обычным блестящим золотом. Есть также другая известная техника – пчелиные соты. При этой технике на золотой пластине создаются небольшие отверстия, контур которых повторяет форму сот. Это очень кропотливая работа, на которую уходит много времени. На создание некоторых браслетов уходит 1,5 года, а на создание кольца в технике соты может уйти 1,5 месяца. Это две основные техники, благодаря которым Буччелати узнают во всем мире. Главная ценность Буччелати – это высочайшее качество. Мы никогда не отказывались от полностью ручной работы и от того, чтобы сохранять высочайшее качество и уникальность эскиза, уникальность самого стиля. На сегодняшний день 50% наших изделий – это изделия в единственном экземпляре. Все эскизы будущих ювелирных изделий создаются членами семьи. Все началось с моего деда. Затем дело продолжил мой отец, следом за ним мой брат. А сейчас дочь моего брата Лукреция. Источником вдохновения служат различные вещи. Это может быть камень, животное, пролетающая мимо бабочка, кружево или произведение искусства. Любая вещь может послужить вдохновением для новой работы. Стиль Буччелати состоит из нескольких важных аспектов. Это прежде всего оригинальность эскизов, которые создаются нашим семейным брендом с начала прошлого века. Помимо дизайна, уникальны также техники ювелирного искусства. Мы используем все типы драгоценных металлов. В последнее время мы начали применять технику DLC, при которой алмазоподобное покрытие наносится на золото, и оно приобретает черный оттенок. Эта техника, применяемая обычно в часовом деле, была воспроизведена нами в ювелирном деле и имела огромный успех. Нам очень нравится использовать разные виды золота. Наши изделия часто представлены и в белом, и в желтом золоте, именно для того, чтобы придать украшению больше объемности и движения. Моя любимая коллекция – Макри. Название происходит от моего имени – Мария Кристина. Дизайн этой коллекции создал мой отец около 50 лет назад. Она продолжает выглядеть очень современно. Я ношу эти изделия. Это гравированное золото разных цветов с бриллиантами. В России первый бутик открылся 26 декабря 2005 года. Это было настоящее событие.
Я заметила, что люди, которые выбирают Буччеллати, обладают высокой культурой. Они любят искусство и антиквариат. Они понимают, что ценность ювелирного изделия заключается не в количестве золота и не в величине камня, а в самом процессе изготовления изделия и в истории, которая стоит за ним. Наши клиенты – изысканные и образованные люди, которые ценят красоту вещей.